Собака Дина прибилась к нам из какого-то населенного пункта после минометного обстрела. И теперь работает с нами. Осталась здесь. Десантура. Я единственный мужчина, который здесь с женщиной. Он ходит по периметру, охраняет чужих, пустая. Если подходят люди к блокпостам, лает раньше всех будет. Да? А с какой стороны пришла? С этой стороны? С этой стороны. Со стороны Славянска, да? Да, со стороны Славянска. Я думаю, это просто люди какие-то уезжали, специально отпустили, чтобы животное не мучить, потому что бывает жарко, животное жалко. Видно, что ухоженная девочка, хорошая, грамотная. Только минометы не любят, прячутся. А так нормально все воспринимают. На довольствие. Кормит, кормите? Конечно. Рацион расписывать не будет, кушать все солдатское.